Здравствуйте, дорогие друзья, а мы продолжаем отбирать лучший мобильный софт. Половина приложений выпуска адаптирована под Android. Все ссылочки на скачивание традиционно в описании. Приятного просмотра! Качественных обоев много не бывает. Бесплатное приложение Сурет предлагает доступ к огромной коллекции привлекательных изображений для вашего iPhone. Для удобства навигации они отсортированы по тематическим категориям. Круто то, что есть функция размытия для улучшения читабельности иконок рабочего стола. Свежие обои добавляются ежедневно. Сурет уже был в подборке лучших приложений в российском App Store. Из недостатков – реклама, а также некоторые обои доступны для скачивания только людям, совершившим разовую покупку. А она еще и отключает рекламные баннеры. Подписок, выкачивающих средства ежемесячно, нет. Ну и еще хотелось бы не только листать, но и просматривать все обои в категории в режиме сетки, чтобы видеть миниатюры, но разработчики уже работают над этим вопросом. Тем, кто любит частенько менять обои, к скачиванию обязательно. Школяры, которые смотрят мой канал, сказали, что это одно из лучших расписаний уроков. В принципе, поюзав, я могу сказать, что программа достойна и будет компаньоном не только школьникам, но и студентам. Можно составлять расписание, а предметы будут добавляться к шаблонам для последующего удобного заполнения. Не забыли и о домашках. Есть приложение для Apple Watch. Часть не очень основных функций доступны за разовую покупку по цене чашки кофе. Приложение простое, удобное и интуитивно понятное. Приятно то, что разработчики не стоят на месте и постоянно выкатывают обновления. Успевайте только им строчить. Приложение AliRadar будет полезно тем, кто часто покупает товары на AliExpress. Особенно это актуально перед всемирной распродажей, которая начнется 11 ноября. Недобросовестные продавцы любят повышать стоимость товара перед такими акциями, создавая видимость скидки. А на самом деле позиция получается еще дороже. С AliRadar вы сможете отсмотреть динамику изменения цен на товары за последние 3 месяца, проверить рейтинг продавца на основании нескольких важных критериев, а также увидеть похожие товары, среди которых можно найти более выгодный вариант. Приложение абсолютно бесплатное и не имеет рекламы. Также есть расширение для настольного браузера. Покупайте разумно. Приложение HeLight станет достойным помощником тем, кто занимается мобильной фотографией. Удобное свайповое управление и проработанный интерфейс позволяют в пару тапов получить доступ к продвинутым функциям, недоступным в стандартной камере. А это сохранение в RAW для дальнейшей постобработки, мануальный фокус с функцией Focus Picking, позволяющей подсветить фокусируемую область, настройки экспозиции, баланса белого и ISO по свайпу и панель с гистограммой, а также продвинутая функция глубины, позволяющая делать размытие с куда большим диапазоном расстояний. А недавно разработчики добавили возможность создания глубины не только для людей, но и для объектов на iPhone XR. Работает пока не идеально, но функциональность допиливается. Из недостатков – цена. Приложение Touch Retouch по тапу пальца будет удалять лишние объекты с изображений. Царапины, случайные люди, линии электропередач, прыщи и недостатки кожи – разнообразные объекты не испортят кадр. Приложение содержит несколько простых, но эффективных инструментов с качественными алгоритмами подмены того, что скрыли нежелательные объекты. Понравилась целая куча обучающих видеороликов с полезными советами. Единственный недостаток – приложение платное. Ну, зато без подписки, встроенных покупок и рекламы. Простое, удобное и абсолютно бесплатное, даже без рекламы, приложение Pantries позволяет в считанные секунды набросать список покупок в магазин. Товары автоматически подбираются по первым буквам, сортируются по категориям, чтобы было удобнее бродить по супермаркету, а дополнительная информация отображается в специальном окошке. В ассистенте будут храниться рекомендации, есть редактор категорий и товаров. Не забыли разработчики и про совместные списки покупок и даже приложение для Apple Watch запилили. Единственное, чего не хватает – виджета. Pantries – это качественная программа с важным минимумом функций. Первый видеоредактор, который я порекомендовал бы скачать на iPhone или iPad – бесплатный Apple-овый iMovie. Но вот на предложение смонтировать видос на смарте или планшете я бы только покрутил рукой у виска, если не протестировал бы LumaFusion. Это реально одна из самых прокачанных мобильных видеомонтажек с классическим таймлайном, титрами, фильтрами, эффектами, переходами, работой с аудиоканалами и еще кучей инструментов, присутствующих в профессиональных настройках
настольных монтажных системах. Единственный недостаток программы – цена – $20. Это много, но любой профессиональный софт, пусть и мобильный, стоит дорого. Если знаете столь же качественные и бесплатные альтернативы, обязательно черканите в комментариях. Ну а так LumaFusion – это must have. Единственное, что меня всегда связывало с QR-кодами – стандартная камера iOS, которая их распознает. Оказывается, при помощи специальных приложений вроде QR-Bot можно быстро передавать на другие устройства URL, адреса, контакты, Wi-Fi точки, текст, письма, месторасположение и так далее, быстро создавая эти самые QR-коды. Программа удобная, простая и понятная. Бесплатно практически все, кроме некоторых специфических функций, ну и реклама, которая отключается встроенной покупкой. Но это не напрягает и вполне можно комфортно пользоваться, не вкладывая средств. Strafe eSports — это одно из лучших приложений для фанатов киберспорта. Тут есть возможность отслеживания действий любимых команд и игроков, расписание соревнований, информация о матчах, актуальные новости, ссылки на стримы, прогнозы и еще целая куча приятных мелочей. Все упаковано в простой и удобный интерфейс, никакой рекламы или встроенных покупок. Microsoft выпустила интерактивную доску для командной работы. Программа дает возможность рисовать, печатать, добавлять изображения, перемещать и комбинировать объекты на виртуальном холсте. Whiteboard автоматически определяет, что вы пытаетесь нарисовать или начертить, трансформирует это в более аккуратную форму и сразу сохраняет все действия. Участники команды могут редактировать и оставлять комментарии на интерактивной доске, которая синхронизируется через облачный сервис. Приложение доступно для Windows, iOS и в веб-интерфейсе. Нет никаких встроенных покупок. Халява! Очень много приложений из этой подборки посоветовали вы, мои уважаемые зрители, за что вам огромное спасибо. Не ленитесь делиться своим любимым софтом в комментариях, а список всех приложений, побывавших в рубрике, в описании. Всем добра и хорошего настроения!